здании Механического института. В 1952 году это здание забрали под Механический институт, и нам готовили новое здание, такие здания сельхозинститута города Ижевска сейчас. В 1954 году мы должны были туда переехать, к сожалению, нам это не удалось. И затем мы переехали в новое здание, где мы сейчас с 1954 года и летаем. Надо сказать, что училище было одно из старейших и являлось пионером во всех хороших начинаниях учебно-воспитательном процессе. Надо отдать должное нашему коллективу, это сплоченному коллективу, он и продолжает быть и сегодня. Мы делали все для того, чтобы система профтехобразования была на высоте. Нам завидовали. Наше единственное здание по улице Ленина, где мы сейчас находимся, 68, было единственное здание в каменном исполнении. Жители Ряжки нам завидовали, всегда проходили все мероприятия в нашем здании. И всегда гордились и мы, педагогический коллектив, и все за нас, кто болел. Поэтому я хотел бы пожелать сегодня, ныне, нашим учащимся, которые обучаются, чтобы они лучше учились, познавали свои профессии, начинать дело рабочее, дело верных, а наших педагогических кадров, которые работают на этой трудной, но благородной работе, пожелать дальнейших успехов в деле улучшения всего учебного воспитательного процесса, чтобы наше базовое предприятие производственное объединение «Институт» гордилось нашими выпускниками, а это ваш труд, дорогие.